Перед кем ты выёживаешься? Перед твоей тетей Деннис, у нее такая попочка, а нигер такая попка. Да уже отрастила, все витамины в задницу ушли. Нет, брат, она секси. Секси? Скорее помешана на сексе, нигер. Мне ей просто нравятся пенисы, такие тетки мне по душе. Че за бред? Что они там несут, а? Окей. Всем хай, дорогие друзья, с вами Валерий Хаус, и мы начинаем проходить с вами GTA 5. Все уже, наверное, успели схватить бесплатную раздачу GTA 5 в Epic Game, вот, и я в том числе. Поэтому мы с вами на протяжении будущего времени будем проходить с вами именно эту игру, именно вот этот криминальный боевик. Ну что, если вы готовы, ставим лайк и погнали! Давай сюда. Так, слушай меня, и тогда никто не пострадает. Так, открывай, иначе она пожалеет, что выжили. Эй, давайте. Так, окей, мы, короче, в какой-то тут, короче, врезка такое начало. Мы в банке, что ли? Смотри, у них Новый год. Неплохо. А, давай, живо. Давай, идем, живо. Че, ну, руки за спину. Да ладно, мистер, мы же выполняем все ваши требования. Давай же, не думай об этом. Я сама, господи. Давай, погоди, я займусь ручаткой. Не подорвись. Окей. Целитесь в заложников, чтобы заставить их двигаться. Займ, загони их сранцев в гардеробную, скорее. Давай, лысый из Бразерс, давай, иди, с дыркой во лбу, давай. Давай, и вы тоже, давай, собрались, давайте быстрее. Апаша. Да давай ты уже, блин, живо. Ну, давай туда живо, окей. Все, загнали в курятник. Все готово, взрывай. Зарыть заряд с помощью телефона. Короче, какое-то резкое начало вообще просто. Вверх нажать надо, окей, давай нажмем вверх. Так, номер твоего мобилы. Окей, подорвать. Что-то взорвем сейчас. Бах! Сколько веселых. Так, ну что, действуем? На, вот и денежки. Спокойно. Так, а где у нас деньги? Тут? Нет, там. Там. Застрял. Ну что, начнем? Так, короче, мы будем проходить с вами так вот потихоньку, не спеша, за дело. Ну, как обычно. Вот. Так, нужно забрать деньги, короче. Заберите деньги. Так, деньги вот здесь разбросаны. Разбросаны деньжаты. Вот, смотри, целая тележка денег. Бери. Берем только банкноты со случайным номерами. Окей. Давай. О, да тут точно хватит на всех. Это как посмотреть. Окей. Пора сваливать. Окей, деньжат мы понабрали. Я выхожу, Би. Сдавайся, он у меня в руках. Я видел твое лицо, я тебя запомнил. Ты каждый день забываешь тысячи мелочей, пусть это будет одна из них. У него взгляд безумца. Так, переключиться на... Окей. Нет, тут что-то там никаких. Да на тебе. Твою мать! Ну зачем ты это сделал? Двинули, скорее будем. Скорбить будем потом. Да уж, точно. Окей. Идем. Блин, жалко охранника. Но он сам напросился, в принципе. Давай, идем. Let's go. Спрятаться в укрытие, нажмите Q. Окей. Я ставлю заряд, а не с часовым механизмом, так что будьте наготове. Блин, неплохо так сделано, да? Фок, слышите, сирены? В жопу легавых, ти, жми на кнопку. А, он сам жмет, да? Окей. Ну же, парни! Нужно выбираться, сейчас будет, наверное, просто жесткий экшен. Экшон! Во всем виноваты уроды, которые вас вызвали. Не останавливайся. Окей, масочку скинули. Погнали, сейчас будем крошить, короче, легавых. Умри. Там ни в одного не попал. Окей. Дай им что-то передохнуть.
Зачем ему давать передохнуть? Не ту профессию ты выбрал. Понятно. Мы им покажем. Да, ребята, сегодня не ваш день. Сегодня не ваш и день, и последний день вообще на службе. Где там? Трансформер, он сказал? Окей, где? Готов. Окей, опять на лысого надо переключиться. Погнали. Move. Ствол на землю, ублюдок. Ты кого ублюдком назвал, ублюдок, а? Тебя тоже убили. Ладно. Смотри, они даже. Они бывают не с первого раза умирают. Прям жестко, да? Прям прикольно так. Блин. Физика по сравнению со старыми частями вообще огонь. Давай садись в машину. В какую машину? Ментовскую машину? Чем игра работает просто клево. Прям в 60 FPS у меня работает она. Не знаю, как вам. У вас выдаст на экране 60 FPS или не выдаст. Но у меня она работает 60 FPS. Все отлично. Готов. Блин, я даже труп там подкинул. Окей, вот наша тачка. Мяу. Ну, погнали. Во, говнище видал, а? Я прижал эту суку мордой к сраному стеклу. Ты-то видел? Ха-ха, да ты настоящий мачо. Да-да-да-да-да-да-да. Даже это перевел, ну ладно. У, сука, как это случилось? Пошел, пошел, пошел. Твою мать. Ой, кажется, они... Мать твою, ублюдок, склеил ласты. Ну и он мудак. Да, действительно. Сам не лучше. На-на. Да пошел ты. Жестко, жестко. Не, начало прям просто... Быстрее надо добраться до вертушки. Ну как, отлично. Наше первое управление тачкой. Если подорвемся, опередим поезд. Окей, мы успеем. Погнали. Нужно опередить какой-то поезд. Копы едут сюда. Be cool. Опа, всех обрулил. Опа, видал, какой я. Видал, какой я. Черт. Так, не сюда. Вон туда. Дальше, поворот направо. Там забаррикадировали все. Оп, наручнички. Пошли. Дайте мне проехать, ну. Зажали. Окей, погнали. Поезд. Разгоняемся. Есть! Боже правый. Вы в порядке, парни? Твою мать. Ну же. Тачку лучше бросить. К вертолету можно тут пройти. Нет. Давай действуем по плану. Чего? Делай как задумано, мать твою. Давай. По плану? По какому плану? По плану идти пешком? Идти пешком, пешочком, вот так спокойно? Где этот сраный вертолет? Говно. Я посмотрю сзади. Опа. Бежим, это сраные федералы. Нас точно кто-то сдал. Так, Брэд выкопается. А нам пора вывалить к чертовой матери. О, черт, меня зацепили. Господи. Ти, ты должен уйти. Я тебя не брошу, Майки. Уходи. Боже, мне все равно конец. Нести кукрови нахер. Беги. Нет. Нет, Майки. Мадефаки. Я не брошу Майки. Погнали, я сейчас хедшоты как пораздаю. Как пораздаю. Будете знать, с кем связываться. Fucking die давай. И ты тоже fucking die давай. Вот это тоже fuck you die. Вот ты тоже fucking die. Так. Опа, попали. Ты fucking motherfucker. Опа, там что-то рвануло, короче. Эй ты! Господи, не стреляй! Где вертолет? Ты о чем? Отошли назад! Еще один шаг и конец! Отвалите! О господи, помогите! На помощь, а вы быстрый! О господи! Вперед! Давайте вперед! За ним! Короче, усатый сбежал. Усатый волосатый, короче, убежал. Один остался. А остальные все. Остальные, походу, либо сдохли, либо их посадили. Я так понимаю.
Ну, того, который в машине. Майкл. Не всегда был хорошим мужем. Он не всегда был порядочным гражданином. Он умер не героем, но человеком. Наш Господь был распят вместе с двумя ворами. Так может, нам не стоит судить? Майкл, мы рождаемся грешными и грешными умираем. И в этом Майкл был таким же, как любой из нас. Отец наш, пути твои неисповедимы. Но мы точно знаем, что ты будешь милосерден к нашему другу. Окей, вот такое вот начало, короче, просто вот прям сразу же бомбезное такое начало в игре. Вот, непонятно просто что к чему там, короче. Но там было написано то, что в начале, что-то там несколько лет назад, ну типа ранее, несколько лет ранее. Вот, и то бишь, короче, мы сейчас будем в наше время, да? Ваш сын Джеймс. Он хороший мальчик. Хороший мальчик. Почему? Он что, бедный помогает? Нет. Он целый день сидит на жопе, курит дурь, дрочит и играет в эту тупую игру. Если у нас теперь такие люди считаются хорошими, неудивительно, что эта страна в полной жопе. А вы? А что я? Эй. У меня не было такой роскошной жизни, как у этого пацана. В его возрасте я уже два раза отсидел. Я грабил банки, был сутенером, возил дурь. И вы считаете это своими достижениями? По крайней мере, я своих возможностей не просрал. И куда они привели вас, Майкл? Они привели меня прямо сюда. Хреново болото. У меня большой дом и сын бездельник. Я вынужден разговаривать с вами, потому что всем остальным насрать. Да уже сбылась моя мечта, детка. Я обернулась полным говном. Сраным говном. Давайте, выговоритесь. Да я, в общем, уже. Ну, похоже, наше время закончилось. На следующей неделе в это же время? Но... Честно сказать, я не уверен, что эта хрень не помогает. Чувство покорения, всепоглощающей беспомощи, важная часть процесса. Смиритесь с этим. Как скажете, док. Короче, я не знаю, я вырубил, короче, ну, музыку, радио, потому что, ну, просто не хочется словить по щам, короче, от Ютуба, так как в игре... Здесь дохрена просто популярных песен, там популярных исполнителей играет, поэтому не хочется словить авторские права. Но, как видите, в заставках музыка все равно играет. Я надеюсь, за это меня не долбанут в бан просто. Будем надеяться. Вот. А так будем слушать, короче, двигатели машины, город. А пока посмотрим, короче, вот здесь бегают у нас все. Мент что-то там. Ну что ты, а? пузырь, ё-ма-мама. Я понимаю, как его себе. Эта хрень должна быть где-то здесь. Разве что не закопали ее в песке. Еще одна гениальная задумка Ламара Дэвиса. Да пошел ты. Эй, Куриш, не подскажешь, где находится бунгало Бертольд? Не, Куриш, не могу. Давай, двигай уже, блин. Ну, вообще-то, я знаю. Вон тот дом с желтой лестницей. Спасибо. Куриш благодарен. Чувак, пошевелись, черт. Может, спросишь, не знаком ли он со сраным владельцем, или еще лучше, наймешь самолет, чтобы он в небе написал: двое нигеров решили прибрать к рукам пару тачек на тот случай, если все еще не поняли. Ты не понимаешь, мы не прибираем. Это законный бизнес. Законный? О да, я забыл. Пенсионные отчисления, налоги и так далее. Ага, точно. Вообще-то это тебя приперло заниматься этой работой, нигер. Я зарабатываю деньги на районе, я нормальный пацан. Все круто? Что круто, торговать дурью и тусоваться с гангстерами? Ага, точно. Проехали, Куриш. Да, приятель, вот это место. Твой Куриш Симон не врал.
Бро, тащи свою задницу сюда. Бегом сюда, кретин. Вечно ты пытаешься командовать. Ну же. Давай. Ну давай же. Окей. Так, мы теперь играем за какого-то чувака. Черт, у этого нигера, наверное, хрен как у ребенка. Ага, и машины взяты в кредит. Вот это да! Иди к папочке. Нигер, какую выберешь? Так. Я выберу, наверное, белую. Я люблю белые, короче, тачки. Прикольные. Прикольный белый цвет, прикольный, мне нравится. Погнали. Ну ты чё, весь такой крутой, без крыши погонишь? Вовсе не исключено. Ну не важно, эта тачка быстрее не поедет. Звякни мне на мобильный, нигер, я погнал. Ах, вот он как нигер. Так, следуйте за ломаром, погнали. Окей, о-о-о, смотри, какая она резвая, просто. Давай за мной специально без тормозов... Для тормозов поеду помедленнее, заметано. Так, окей, короче, надо следовать за этим заломаром. Короче, поосторожнее, там что-то Симон оставит нас без бабок, если, короче, мы тачку не разобьем, да? Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Опа! Минус фары. Окей. Короче, я не успеваю там читать на ходу вот эти вот субтитры, если вам интересно, читайте, друзья. Поэтому мне вот в этих в GTA-шках меня напрягает, все время напрягала, короче, вот эта фишка, то, что когда ты едешь за рулем, несешься, там какой-то экшен творится, и они, короче, болтают, и снизу вот эти вот субтитры, и не успеваешь читать. Надо быть настолько, короче, косоглазым, чтобы один глаз смотрел на субтитры, другой глаз смотрел на дорогу, короче. Так, погнали. О-о-о, пришельцы, и на пришеленцы, и на пришеленцы. Окей, погнали. Воу-воу-воу-воу-воу! Короче, за эту тачку мне бабок не видать, походу. Охренеть. Вот эту бочину я вмял. Вот это я сейчас жестко накосячил. Блин, она реально резвая такая. Прям вот резвая-резвая. Блин, ее носит как вообще сумасшедшую. Смотри, что делаешь, док. Твою мать. Окей. Налево, налево. Да налево, налево. У меня машина сама направо полетела. Меня хоть вырулил. Хоть вырулил. Надо сменить камеру на вы... Ух ты, блин. Какого хрена там чувак, короче, посреди дороги затормозил? О-о-о! Короче, была красивая тачка белая. Представим, что... Так, а куда? Сюда. Представим, что... На этой тачке нет царапин, короче, мятин. Эй, будь осторожен! Автобус. На парковку? Ну, погнали на парковку. Ге-ге-ге. Воу! Чё он там руками машет? Да пошли вы! Окей, окей. Ой, щеть. Ой, щеть! А я тебя сейчас перепрыгну. Лопс. Ты видал такое? Видал, да, такое? Почему у него машина не побилась? Чего ты плетешься, как черепаха? Съезжай на обочину и пропусти людей. Сейчас я пропущу кое-что прямо через свою жопу, нигер. Шуточки твои дебильные. А, черт. Вот срань, копы. Мне ссать, у нас все документы. Мне пофиг, объяснить будешь потом. Увидимся в салоне. Хрень, я буду чего им объяснять. Так, уйдите от полицейских. В смысле уйти от полицейских? Легавые. А чё вы там сразу стрелять-то начали? Я вам что-то сделал? Я вам ничего не сделал. Чё вы стрелять-то начали? Сейчас, где-то надо выехать. О, я нашел выход. Погнали. Все, хренушки два, вы меня догоните. Погнали, погнали. Вот это скорость, мать твою. Вот это скорость, а. Надо, короче, куда-то в переулок загнаться. Да, наверное. Блин. Так. О, люди, о, черт. Гидранты, люди, о, черт. О, блин, там тетке не повезло, короче. Окей. Не ее день, походу. Куда?
А куда мне надо свалить-то от них? Блин. Где-нибудь... Опа. Меня в задницу там целуют. Так. Так, надо найти, короче, местечко. Куда можно от них... Спецспособность какая-то? Капс. Опа. Давай настройку. Погнали настройку. Опа. Дядьки-строители. Так, здесь я проеду. Опа, тупик. Опа. А нет, смотри, отстали вроде. Там было, короче, что-то X нажать. У меня две звезды, прикинь. На X что-то нажать было. Типа спрятаться. Я типа спрятался. Неплохо. Так, и крыши, по-моему, там можно как-то поднимать. Погоди. Во. Можно спрятаться. А вот так они меня увидят, короче, с поднятой крышей. Да, блин. Жопочники сраные. Куда, куда, куда от них спрятаться, куда? Ну сюда, что ли? Так, есть здесь какой-нибудь заезд тут? О, погоди, вот здесь. Че, мы сюда спустимся? И фигушки нас найдут. Так, прячемся. Садись. Все, сидим, ждем. Да, за такую тачку мне точно много денег не заплатят, короче. Ну и сколько ждать-то надо? В принципе, они меня не видят. Видишь, там радар, короче, я так понял, да? О, все, отлично. Когда карта, короче, мигает, значит, они меня просто ищут. Я не в поле их зрения. Все, выезжаем. Теперь что там? Теперь нам надо отвезти типа заказчику эту тачку. А этот-то дружбан Ламар-то уже все там, уже свалил. Кстати, мы недалеко, кстати, от... Все, отлично. Это автосалон Симона, здесь Франклин может получать задание. Хорошо. Хорошо. Бру, я тебя не понимаю. Ты расист, и ты мне не нравишься, поэтому я не продам тебе эту тачку. Нет. У меня от тебя мурашки по коже, не, нацист. Да все вы из одного теста. Этот расист меня оскорбил. Эй, дурила, что за дела? Кого ты называешь нигером? Нет, не, я никого не называю нигером. Что за херня? Я, в смысле, слово на букву Н, я, в смысле, это не круто, я так не говорю. Зашибись. Вы, в общем, лучше слушать там этого человека, потому что он бизнесмен международного уровня, мультикультурист. Я бы сам лучше не сказал. Ладно, может, он и не расист, но он недостаточно крут для такой тачки. Секундочку. Вот этот парень, он? Дай ему гибрид. Это тачка настоящего мужчины. Я думаю, что ты прав, Ламар. За нее еще и налоговые льготы платить. У парня, как я понимаю, проблемы с деньгами. Нет у меня никаких проблем с деньгами. Вот тут начинается самое интересное. Смотри-ка, как мы разведем его. Слушай, чувак, мне пора уже. Эй, Симон. Я сваливаю. Я тебя еще наберу. А сейчас начнется самое интересное, чувак. Ну что, Джимми, ты точно стал мужчиной? Тогда садись за руль и докажи это. Ладно, конечно. Чего, может, поедем отсюда? Давай, поехали. Короче, садись в свою тачку. О, смотри, он тоже, смотри, поломал машину. Поломал машину. Окей. У меня-то красавица вообще. О, во, охренеть, вот это у меня тачка. Прям еще и белая, как я люблю. Вот это тачила. Вот это да. Вот этого нельзя просто так вот взять и разбить. Поехали. Надо аккуратненько. Это же гроши, брат. Как я завалю взрослую горячую сучку, если в кармане нет денег? Перед кем ты выеживаешься? Перед твоей тетей Деннис. У нее такая попочка, а нигер такая попка. Да, уже отрастила. Все витамины в задницу ушли. Нет, брат, она секси. Секси? Скорее помешана на секси, нигер. Мне ей просто нравятся пенисы. Такие тетки мне по душе. Че за бред? Что они там несут, а? Окей. Ладно, как бы, если будет, знаешь, ну,
момент, когда можно, ну, будет получаться читать, да, текст, сидя в машине, я буду это делать. А так, как бы, вот на скорости, когда они будут говорить, там, тогда ты уже сам читай, друг, и потом мне в комментах перескажешь, окей, договорились. Так, я машину-то поцарапал, я поцарапал машину, блин. Вот эта краска, наверное, столько бабок стоит. Я столько не зарабатываю. Так, куда? Блин, чувак, как хорошо дома. Так, сохраняйте транспорт сюда, паркую их в своем гараже. Окей. Так что, может тебе в берлогу-то зайти? Чувак, давай, отвали ты, увидимся на работе. Нигер, нельзя так ненавидеть всех, кто красивее тебя. Может, если ты обкарнаешь свои мерзкие патлы, тёлки сами будут тебе на член прыгать. О, или еще лучше, может, Таниша тебе позвонит, если когда-нибудь перестанет трахать своего нейрохирурга или адвоката, или с кем она там трахается. Нигер. Чё? Козёл. Оу, зайка. Кто бы говорил? Ой, он здесь. Мы ходим друг друга по головам, и это неправильно. Кыш, 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 уходи отсюда. Ну ладно, малыш, увидимся там, понимаешь? Мальчик, я на телефоне, не послушивай. Проклятый бездельник. Так, окей, это вот, вот эта вот тетя Денис, да, получается, тетушка? И походу... Я у нее не в авторитете, по ходу дела, если она так, короче, гоняет его, типа, кыш-кыш, иди отсюда, вали отсюда. Так, окей, а что, переодеться под эти гардеробу? Давай посмотрим, что у нас там с одеждой. Видишь, чувак нюхает, короче, свои подмышки, они, походу, уже воняют. Вот. Ну, лучше, так, выполнить. Ну, лучше, наверное, помыться, чем потом уже помыть одежду. Ну, здесь мыться, наверное, нельзя. Так, давай-ка посмотрим. После прохождения задания вы получите там что-то, короче, очки какие-то. Окей, давай посмотрим, что у нас с одеждой. Так, одежда, черная толстовка, джинсы. Блин, слишком так, слишком жарко. Это неохота. Такая же неохота. Ну, не знаю, не знаю. Кипари, короче, спортивная куртка. О, прикольно. Ты смотри, прикольная, да? Прикольная такая спортивная курточка беленькая. О, прям вот как я люблю. Так, окей. А, костюмы. У нас пиджаки, смотри, костюмы, нет предметов, пиджаки. Пиджачки, нет, тоже нету. А, пиджачок, наверное, может как-нибудь там в дальнейшем купим. Брюки, короче, тоже нет, у нас ничего нет такого. Обычные пиджаки, футболки, нет у нас ни хрена. Очки, спортивные очки, ну-ка. Без очков, темные очки. Что это за очки? На пол головы, блин. Не, не надо. Так, надо брюки, наверное, поменять. Ну-ка. Сервисты брюки трико. О, давай, да, ставь. Прикольно, чё? Прикольный прикидос. Отлично. Так, обувь, белые кроссовки. Нет, скейтерские, двухцветные, песочные ботинки. Так. Давай вот эти. Скейтерский. Чё, прикольно, да? Как раз под цвет футболки такой вот синее, зеленое. Короче, я запутался в цветах. Окей. А, рубашки, все. Наверное, все, да? Шорты, футболки, майки, рубашки. Все, нормально. Я отлично приоделся, короче, типа спортивненький теперь. А, теперь у нас задание можно выбрать раздел игра, меню паузы. Окей. Ни хрена у него тут аппаратура, ты посмотри. Просто диджей. Просто мирового уровня. Охренеть, кулакака. Здесь журнальчики, плейбойчики, что ли, что это? Окей. Так, сохранить игру, давайте сохранимся. Не, что, нормуль, нормуль, в одежде, прям в кроссовках, на кровать. Ну, я тоже бывает, короче, в одежде, но без кроссовок, ну, бывает. Залазить на кровать. Кроссовки-то. Так, окей. Редактор GTA, что-то доступен. Кто мне тут должен наведаться, один джентльмен, так что дуй из дома. Эй, слышь ты, старуха, ничего не попутала, блин, тетя. Так, давай посмотрим, что у нас еще здесь в домах есть. О, ванна. Опа, аптечку сожрал. Хорошо. Я даже в зеркале отображаюсь. Плохо. Так, что у нас здесь? Газеты всякие, кухня, смотри, еще одна аптечка. Я тоже съем ее, нет? Че, можешь пожрать? Че? Опа, выпить пиво можно. Неплохо. А что за пивас? Че там? Че там за пивас?
Пип Вайзер, наверное, какой-нибудь. Да, Пип Вайзер. Наверное. Это типа как этот. Бадвайзер есть такое пиво, по-моему, да? Окей. А это комната тетушки. Ловит снов, смотрю, у нее какой-то. Что у нее еще интересного? Ракушки, херакушки. Ладно, похер, пошли на улицу, смотри, слон. А потом у нас здесь. Ты сегодня приготовишь мне ужин, малыш? А не идешь ли ты нахер? Окей. Опа, на улице ночь. Ограбления стали доступны, Грант это... Блин, напугал. Франклин! Чё, как? Рынок полумёртвый, приятель, ликвидность на ноль. Ле, жми сюда за новым списком. Ладно, заеду как смогу. Это наш работодатель, короче, да, который вот в начале там был. Окей, у нас точка, по-моему, да, в этом... В гараже, да. О, посмотри, она починилась. Прикольно. Значит, не надо тратиться. Так, окей. Нам нужно, короче, постричься, нам сказали, да? Погнали, короче, постригемся. Я надеюсь, ночью это работает. Круглосуточно, наверное, какая-нибудь там парикмахерская. Погнали. Блин, ну что за движуха-то? Что за движуха-то? Акура Маконте. Да, блин, смотри, как... Классная тачка. Здесь, по-моему, можно тюнинговать еще, да? Опа-опа, тихо. Не хочу я врезаться в тебя. Нет, погоди. Здесь, по-моему, можно еще тюнинговать тачки. Я думаю, потом как-нибудь, да, подзаработаем бабла, короче, и затюнингуем. Да поехали, поехали. Давай, проезжай, я тебя пропускаю. Гони. Да сколько вас там, бесконечное множество, что ли? А вы-то куда прете? Видишь, я еду. Видишь, у меня белая тачка. Я еду. Погнали. Смысла тут соблюдать, короче, наверное, правила дорожного движения нет. Так, а где там? Вон, наверное, получается, да? Так. Можно припарковаться вот так, да, наверное? Че там балаболят? Че там говорят? Вас приветствует парикмахерская Херкус. Смотри, Снупдог, ё-моё, Снупдог. Так, ладно, прокарнай меня что-нибудь там. Что-нибудь, да? Бороду, усы можно сделать, смотри. Чья мы сделаем с тебя красавчика? Так, прически, погоди, тройные рельсы. Можно я как-то посмотреть? Тройные рельсы, смотри, выбритые виски получается, да? Это что такое за поля? Это что? Это типа как по линиям мозга пострижено. Окей, рельсы, шпалы. Да нет, это какие-то дебилизмы. Че за звездочки? Прикинь, как вот так вот, такую дичь, короче, можно ножницами вырезать. Просто. Так, ставни. Да что-то какая-то одна дичь какая-то. Непонятная. Фиот. Низкие афро. О, смотри так. Низкие афро. Нормально. О, вынос. Просто смотри, такая химия на голове. Охренеть. Грибочек. Ну, это вот только что сейчас чувак, наверное, уходил с косичками, да? На лысо. Так, ну погоди. Ну, блин, здесь самое прикольное, это на лысо, наверное. Вот, и все, что предложено, прикольно на лысо будет. Давай, тетка, меня на лысо, короче, карнай. Oh, so good. Будем шоколадным лысым из Brothers. Смотри просто. Такой брутальный чел, реально. А чё, бородка-то будет тоже нормально, наверное, смотреться. Во, ты посмотри какой. Просто Уилл Смит. Уилл Смит просто на минималках. Охеренеть. Ну-ка, спартанец. Ну нет, спартанец что-то как этот, не знаю. Это ха-ха-ха-бар. Просто щетина, нет, тоже неинтересно. Ну, вот усы, испаньолка, давай-ка вот эту вот испаньолку сейчас зафигачим. Причем, смотри, она бесплатно мне ее сейчас захерачит. Она ножницами постригла, короче, у меня борода отросла. Смотри, как клево, да? Прикольно, просто. Чувак, просто ты. Ты мачо. Ты мачо, блин. Ое, детка. Клево вообще. Погнали. Так. Что мы еще здесь имеем? Что еще можно сделать пока вот?
Я не знаю, наверное, на работу мы поедем, наверное, с утречка, поэтому... Так, что можно еще здесь зафигачить? Смотри, здесь есть у нас кинотеатр какой-то, блин. Стрип-клуб. Ну, стрип-клуб мы потом съездим, у нас денег сейчас мало. Можно тачку смотреть. Это что такое? Автомойка. Можно тачку помыть даже. Нахренеть. Да. Ладно, погнали, короче, домой сейчас сохранимся. Так, куда? Не сюда, нет. Сохранимся. Блин, можно как-то объехать? Я не собираюсь, короче, ждать, стоять в этих. Ну-ка, пошел, 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 пошел. Спасибо. По правилам я не буду ездить. Это слишком муторно будет и долго, короче. Все, поехали, паркуемся. Паркуемся. О, блин, ни хрена себе припарковался. Все, погнали. Эй, тетя. Тетя, зацени мой крутой, короче, просто брутальный стиль, тетя. Эй, тетя. А где тетя? What the fuck, а где тетя? В ванной нет? Эй, тетя, че, заблевана, что ли? Тетька, в смысле? А куда свалила-то она? Она с этим, что ли, со своим чуваком, там, каким-то джентльменом свалила? Она говорила про какого-то джентльмена. Окей, давай сохранимся. Короче, сохранимся и будем на этом, наверное, заканчивать. Вот, дорогие друзья, так вот, небольшое введение в игру, да, вот мы посмотрели, с чего все началось. И сыграли. Ну и фотография, Франклин, короче. Охренеть у тебя фотография просто с этой бородой. Посмотри, ты просто посмотри, что это, блин. Не знаю, как будто Гуталина обожрался. Окей. Все, на этом заканчиваем, друзья. И продолжим уже, пойдем на работу, короче, в следующей серии. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм. И с вами был Валерий. Всем пока.